Набираю ведро воды. Я уже набрал. Пискаренок? Нет, гальян. Гальян? Гальян, как здесь еще называют его, мулях. Мулях? Да. Крючок заглотишь. Ловим дальше. Ведро сюда поставь. Легко. И мимо. Что? Тебе тоже? А? Кто? Не трогай! Ты, Максим, тут рыбу пугаешь! Понятно, вода мутная после дождей. Еще одну поймаю рыбку и выйду рыбачить.
нас вон грозовой фронт идет. Раз, ладно, еще клюнет. О. Порвалась. Ну, сошла. Не ходи край берега, ты всю мелочь распугаешь. Пугачки видно было. Все равно. Да за камушек зацепилась. Что? Да. Застрелёшь. За камушек. На стреме. Ты продашь удочку то ли вода большая, что мне плевать не хочет. Вроде видит все. Максим! Выкинь палку.
Клевка. Пальсечка. Поймали еще одну. Молю. На, отцепляй. Отцепляй аккуратно. На парень. Все. Отцепи. Я его отпущу. Верну. Ловим на просовок щелечка. Я его в воду взяла. Это маля. Здравствуйте, мама. Ловим еще. Бегать, топтать. Все, Максим бежал как. Я завтра на работе. Поклевка. Это, подожди, это подкаменщик, что ли? Тихо, успокойся. Нет? Подкаменщик, это гальян подкаменный. Вау! Он же уральский усач. Первый раз таких вижу. Знаешь, май, мне неудобно так. Первый раз я вижу. Ты голову только не расплющи ему. Вроде опять клюет. Да, поклевка и вроде дождик начинается. Вот оно, пошла в губку. Комары кусаются. Вот опять поклевочка. Рыба подошла, наверное. Так. Оття. Надо подождать, наверное, немножко. Опа. Опа. Вот там еще один. Ну-ка покажи. Кто такой? Рот открой. Ноздрю прям. Ох, она еще и бьется, икриная вся. Ну потихоньку вы. Не можете, блин, я не вижу. Я пусти. Немного потеплело, видать, вода, что муля начала биться. Вот опять поклевка. Давай, более-менее зацепи, а то как-то не охотно. Перед дождем всегда хорошо клюет. Вот, пошевелила. Вот еще одна. А
Подожди. Ну что вы? Да блин. Не да блин. Запутал. Вот такой у нас трофей чуть небольшой. Тоже. А вон смотрите, хвост откусан. То ли норка куснула его. Вот опять поклевочка пошла. Пошла, пошла. Уйди откраивать. Не, мы вот сюда, вот здесь. У них здесь котел. Они здесь икру метают, он клюет сразу. А сейчас еще немножко и дочка пойдет, наверное. Подтяжки и все. Вот она сразу. Тут куда? Ну что ждать-то? Тут течение быстро, и он видишь, что делает. Хоть и заглотишь, а он заглотить сразу не может. Было что покрупнее, оно бы схватило и утащило в воду. А это более мелко, она в разную сторону рвет и не может. Там не хочет. Вот здесь он стоит. Вот в этом месте и стоит. Легко туда уходит, там ухаю. Вот тот. Вот еще один. Ну то же самое, муля. Да что вы? Ты успокой его, аккуратно, только не давите. Это хотите живца сохранить. Червячка надо поправить. Вон он. Надо пока, там есть червячок. Это белый не нужен, выкинем в воду. Вот он? Да, вот. Можно и вот это отличная рыбалка. Закинул, клюет. Так бы лещ клевал. Но видишь, что балуется. Прямо около берега. Навряд ли. Вот, там он плескается, видно, подальше. Вот. Ну, такого можно и пожарить, вон, видите? Я его взял. Он весь в этом шипах. Смотрите. У него начинается. Не дави воды. Нерест. Ну. Такой же. Вот так вот. Ты тоже ел червяка, видно. А? Червяка ел. Тоже. Нашел под камнем еще брал. Теперь у нас. Вот опять. Не слышу.
там далеко. У него здесь вот клевое место. Вон. Блин, и мельче крючков нет поставить-то. Так заглотишь. Вон, чё как. О, вот. Я. Успокоился, а я его отпущу сюда. Вадь, нос вытри, пожалуйста. Себе. Мойте. Ну что ты так долго копошишься? Я его хочу отпустить. Вадим, только быстро надо кидать. А то умер сейчас. Я быстро кину. Теперь 8 штук рыб. Нет, просто, чтобы здесь сохранить для наживки, надо быстрее в воду его положить. Уральский попугай летает. Уральский. А у нас опять поклёв. 5 минут не проходит. Такого клёва нет, он бешеный клёв, мули. Закидываешь, поклёвка. Буквально ожидание. Нет. Считанные секунды. О, видите, как всё творит. Опять запутали. Мелкий, попробуем на него поймать форель, окуня. Ох, смотри, какой он шершавый, смотрите, видите, он бьется. Он бьется так. Ну, вот, видите, головой. Шершавый. Муля монстр. На, держи камеру. Муля монстр? Да. Я его тогда отпущу. Вот так вот. Теперь... Покажи, сколько там их. А ты зачем развернул камеру? Покажи камеру. Опять вот поклёвка. Гости. Вон. Мясо идет. Сахатка. Деревенская. Как раз на выстрел подходит. Поклёвки. Вагоном.
Вон собака гонит там. Так, наверное, завершай будем нашу рыбалку. Вон идет дождик. Ветер холодный подул, сейчас уже начнет стал, что видят они. Какой берег? Совсем маленький. Ножик упадет, окунь. Точно его сожрет. Сколько? Ну, рыбалка завершается на сегодня. Вон поставим банку и проще так наловить на удочку. До свидания.